Привет. И Сергей Жигунов. Что происходит с нами в тот момент, когда мы выходим и поем, это замечательно. Вот это ощущение того, что может произойти все, что угодно, оно удивительное. Вот еще чуть-чуть громче, можно? Раз-два. Я поняла, что просто, наверное, шлягеры не нравятся нашему уважаемому жюри. Ну, там такой текст замечательный, и Сережа, как актер, естественно, его прочувствовал. Эта песня была гениальна, и спели мы ее прекрасно. Это не Ильи Резника стихи? О, ребята, у вас проблемы. Хватит нам угрожать. Мы вас не боимся. Смотрите, он уже развалился в кресле так уже. 8 баллов. Я ставлю 10. Спасибо. Дай бог вам счастья. Такой шикарный дуэт мог бы выбрать более элегантную песню. На ваши стихи. Не обязательно. 8. 8. 34. Работая в дуэте с Лаймой, Сергей Жигунов стал таким же загадочным и иностранным латышом. Сергей Жигунов и Лайма! День рождения, 100 звонков, подарки и друзья. Ты просил зайти хоть на мгновение, и уже почти решилась я. Смелости твоей сегодня хватит, дверь открой скорей и удивись. Шелковая лента, сбоку бантик, это будет мой тебе сюрприз. Поясочек теребя, поясочек теребя, я стою и мне немного жарко. Я дарю тебе себя, я дарю тебе себя, и дороже я не знал подарка. Я дарю тебе себя, я дарю тебе себя, и дороже ты не знал подарка. Я вино, цветы и поздравления, и компаний шумных не люблю. Только без развлечения, да. На тебя сегодня праздник России станет невозможное возможным. Если я перешагну порог, потяни за ленту осторожно, развяжи несложный узелок. Поясочек теребя, поясочек теребя, я стою и мне немного жарко. Я дарю тебе себя, я дарю тебе себя, и дороже я не знал подарка. Я дарю тебе себя, я дарю тебе себя, и дороже ты не знал подарка. Я дарю тебе себя, и дороже я не знал подарка. Я дарю тебе себя, я дарю тебе себя, и дороже ты не знал подарка. Я дарю тебе себя, я дарю тебе себя, и дороже ты не знал подарка. Сергей Жигунов и Лайма. Поскольку это был такой совсем вокальный номер, я попрошу Владимира высказать свое мнение, а потом я вас отпущу к Лолите. Трудно было непрофессионалу певцу петь вот в таком достаточно эстетском номере. И тем не менее, здесь вот возникало мнение о том, что вот можно было что-нибудь попроще взять, а вот взяли такое сложное. Я ставлю 9.
Хорошо, ладно, мы уже узнали оценку Владимира, и с ней я вас и отпускаю. Браво, Лайма, браво, Сергей! У вас был потрясающий номер, хотя наши, между прочим, сказали, не в равных условиях. Прости, все могли пожалуйста. Взять бэк-вокал. Лали, значит, да. Это не бэк-вокал, это акапелла. Самое Лали. Сложное пение – это петь акапеллу. В прошлую неделю вы пели про некие пластические операции, про разрез. А вот сейчас вот я дарю тебе себя. Ты не понимаешь, у Сережи действительно есть шрам. И поэтому эта песня ему дорога как память. Ему шпагой проткнули кое-чего. И так как, да? Так как ему было неудобно петь про свой шрам, мне пришлось одеться в ковбоя и, в общем, пели про мой. Какие оценки выставило жюри за этот очаровательный номер? Оценку Владимира мы уже знаем. Это девятка, он ее озвучил. Илья? Сережа очень переволновался, потерялся, но Лайма, моя любимая певица, которая спела... Вот отсюда поподробнее, пожалуйста. ...моих песен, да, но я десятку не могу поставить. 9 я поставлю. Валентина. 9. 9. А почему 9? Можете... А потому что вообще это было какое-то театрализованное представление. Мне понравилось. То есть скажем ребятам молодцы. Да, молодцы. Игорь. Если бы бэк-вокал тоже был бы исполнен живьем. Что? Обидел. Это было живьем? Да. Это да. было живьем! А можно как там попросить? А мы попросим бэк-вокал выйти на сцену. Это уже оскорбление. Пожалуйста. Еще раз. Бэк-вокал. Бэк-вокалистки, подойдите к Лолите и спойте. Прямо здесь. Это лучший комплимент, который можно было услышать. Спойте. Спасибо, достаточно. Спасибо, очень большое. 10 баллов. Вот так, Игорь! Великая сила искусства сподвигла Игоря Матвиенко на 10 баллов. Лайма и Сергей, мы поздравляем Лайма! Вас! 37 Лайма баллов! Лайма и Сергей! Мы продолжаем, Лайма.